вот она, красавица арка. Легкий подъем. Поеду еще медленнее. Такие места не нужно проезжать быстро. Специально медленно. Сейчас я его обгоню и вот она, белоснежная красавица арка. Я включил аварийку. Вот она. Ура! Я проезжаю под аркой, по арке. Проехал. Вот с правой стороны. Море, корабли. Наверное, надо другой выбирать. Невероятное чувство. Чувство радости. Восхищение, как в сказке проехал. Буду надеяться, что и задний видеорегистратор тоже заснял. А если ехать на автобусе, конечно, будет повыше, тогда можно и море заснять, но вот здесь, к сожалению, поверьте на слово, та красота, что справа на море открывается, что слева на сопке, это что-то невероятное. Вот сейчас, наверное, море будет получше видно. Ох, Господи, неужели я это видел?
10 дней назад президент Владимир Владимирович Путин открыл движение по мосту. И вот спустя 10 дней.